Туман-2010. В Грузии начинается реалити-шоу для фотографов и не только. Интерактивный фотоконкурс пройдет в 4 этапа, на каждом из которых 25 конкурсантам будут даны новые задания в различных фотографических жанрах. В конце каждого этапа шоу покинут по несколько участников. В последнем туре молодые фотожурналисты будут бороться за первое место в амплуа папарацци. Интернет-реалити-шоу «Фотоман» проводится в Грузии уже в третий раз и пользуется большой популярностью. Проект реализуется Ассоциацией фотографов Грузии при поддержке Тифлис Ивента и компании Билайн. У конкурса «Фотоман 2010» три призовых места. Также учреждены номинации СМС-лидера и автора самой продаваемой фотографии, так как во время конкурса его участники смогут продавать свои творения. Конкурсанты сегодня получили свое первое задание, а главного призера проекта в конце шоу ждет гран-при от нашего спонсора. Интересна такая интрига, когда заранее задания сначала засекречены, ты узнаешь о них только за день, за два. Раньше у тебя есть какой-то сжатый срок, когда ты можешь их выполнить, и потом это все предстает на суд публики. То есть присутствует такая здоровая компетиция среди участников. И кроме того, в этом году очень такая необычная популярность со стороны медии. Это выпуск.